Я гражданин России и Молдовы, занимаюсь доставкой грузов и частными перевозками из стран СНГ и Восточной Европы. 6 апреля 2024 года в Литве я получил груз из Польши от представителя своей компании, груз, который должен был доставить в Москву. 7 апреля со мной связалась отправительница груза. Спросила, когда может забрать груз. И если можно, чтобы ее человек приехал, забрал груз. Вечером того же дня я передал груз мужчине, с которым встретился по адресу своего проживания. Все, запаковала. Достала. Вот одну оставила, это оставила. О, это достала. Буду рыбку засаливать, все четенько. И все, вот так отдаю один, и завтра забираю то, что ты передал. И мне было сказано собрать бомбу. В этом мне помог мой куратор при помощи инструкции, объяснял,